Идем. Поехали, поехали. Заряжай. Ну, с Богом. Съемник, типа леса, да, такие. Типа лифт такой монтажный, строительный. Вот здесь вот как мне собирать? Сейчас подъеду я к рабочим. Пускай дают человечка мне и... Ой-ой-ой. И будем собирать деревяшки. Вчера здесь уже темно было, собирал я тут, ездил. Это как бешеная креветка, блин. На оборотах идем. Тяжело, потому что грести тут по песку. Песок, глина, суглинок. А я щебень собираю. Да, это не бульдозер. У нас не бульдозер. Круг почета сделал. Сейчас он на горе еще щебень. Серега, Серега, что-то постеснялся он сюда толкнуть. Взял бы прямо так бы, тащил бы. Что здесь 15 метров, блин? Ну, 20. Два захода сделал, и все, вся куча здесь. Давай вам. У нас пошел снег. Буран. Пошла приборка, закончили собирать щебень, я уже собрал вокруг ангара как бы все, и ну сейчас перевожу песок, как бы остатки песка, ну наводим порядок, марафет полностью вокруг ангара, и как-то внезапно пошел снег прямо валом на глазах, прямо зима натуральная. И время уже темнеет. Вокруг ангаров как бы уже прибрался.
Сейчас задача у меня остатки песка сюда свести. И на этом-то работа как бы заканчивается. Еще предстоит дорога обратная до дому в час пик. Ну сколько смог, сколько хватило камеры, заряда батареи, столько заснял дорогу. Всем спасибо за просмотр. Пишите, лайкуйте. На этот объект я еще вернусь не раз. Так что смотрите, будет интересно. Всем пока. Разыгралась, вообще метет, скользко, а мне пилить целый час, блин, больше. Сейчас точно пробоины будут. Ладно, попробую еще дорогу заснять, может что-то интересное будет. Че, Серега, все? Сегодня буду ехать 1.5 часа, наверное, больше. Что делать, блин? Зима, натуральная зима. 21 октября. Хорошо бы, если вся зима такая была. Шоколадно было бы для погрузчиков. Работы завались было бы. Вот так на дальнее расстояние ездим. Только успевай по зеркалам смотреть. Да, за ковшом. А то шныряют, блин. Вот промежуток оставляешь немного, интервал держишь, дистанцию, чуть побольше оставил, хоп, заныривают, блин, постоянно так.